Привет, Страж! С тобой снова канал Triple Vibe. Меня зовут Джонни Лейни, и да, Bungie показали на E3 вот этот жуткий новый тизер к дополнению «Отвергнутые». Сначала мы видим израненного Кейда 6, затем его револьвер Ace of Spades в руке принца Ульдрана, который ставит Кейду хедшот. Все это под драматичную музыку Murder by Death – Go to the Light, которая выжмет мурашки даже из самых стойких гардианов. Главный вопрос, который остается после тизера, действительно ли Кейт умрет. Рассуждать и спорить на эту тему нам предстоит до самого сентября. С одной стороны, убийство столь сильного харизмой персонажа здорово бы встряхнуло сюжет игры и послужило бы мощным мотиватором для каких-то колоссальных событий в игре. С другой стороны, замены Кейду в игре нет. Нет столь же любимого героя, так что оставить игру без этого охотника задача рисковая. Могу вбросить немного СПГС. Примечательно, что выстрел в трейлере звучит на строчках песни «Am I strong enough to let things just die?» Достаточно ли я силен, чтобы позволить вещам просто так умереть? Будто бы этот вопрос задают сами разработчики себе. Рискнут ли они убить Кейда? И позволим ли мы его убить? Или игрокам предстоит спасти его? А может и не игрокам вовсе? Как мы видим на титульном кадре с логотипом дополнения, Кейда несет другой Хантер. Рваный плащ и фигура сразу напомнили мне Exo Stranger из первой части, так и не раскрытого персонажа. О смерти Кейда слухи появлялись еще в том году, когда сливали голосовые записи разных персонажей, говорящих об этом. He wasn't leadership material, but Cade was a good man. Machine or otherwise. Но потом об этом забыли, ведь большинство реплик так и не появились в игре. К тому же Кейт Экзо, его создание можно перенести в новую оболочку, перезагрузить, и мы увидим новенького Кейда 7. Как там оно окажется, узнаем только в сентябре. А пока ждем новых подробностей с E3. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться, и я еще раз извиняюсь за качество звука в ролике. Проблема с микрофоном, о которой я писал ранее, пока актуальна. А на сегодня все, счастливо!